Понятно, что старшего тренера нашей команды Анатолия Бышевца прежде всего волновал вопрос, как преодолеть массированную оборону норвежцев. Игра в атаке у наших футболистов долго не получалась, хотя несколько моментов ворот соперников им удалось создать. Возможно, не лучшую свою игру показали два наших нападающих, Татарчук и Лютый. И все же, во втором тайме нашей сборной удалось пробить оборону гостей, правда, не без помощи их вратаря. На 48-й минуте гол забил Владимир Лютый. Советские футболисты после этого заиграли побыстрее и не расставили в тупик защитников норвежской команды. Прекрасный момент для взятия ворот был у Добровольского. И все же превратить свое явное игровое преимущество в забитые мячи нашим олимпийцам так и не удалось. В итоге скромная победа с минимальным счетом 1-0.